тебе засчитал. Потому что очко и выкатил, говорю. Блядь, вот это пидорет, мне вообще нахуй. Тарантай, отсюда можно укатывать. Можно отбуксировать это дерьмо. Пошли убивай, пускай я поехал убас. Сейчас я просто поеду. На! Спаси! Спаси, пидрила! Чего, блядь, я про... это 49? Да что, у меня последняя рука сработала. И как это? Саш, может ты добьёшь? Я перезаряжал. У тебя по-прежнему уже 49 в очки. Не, может давайте раз... А за что я зацепился? Там нет текстуры! Давайте разъебёмся! Не надо! Мне понравилось. Я поржал, блядь. Нет, ты понял, что вот тут вот какая-то, сука, текстура есть, которая мешает проехать. Убери, блядь, там. Бля, погоди. Сейчас нормально проехал. Сейчас, погоди, развернусь, блядь. Мне башня оторвала, она под текстуру. Вот смотри, смотри, почему у меня ведро наклоняется? Смотри, смотри. А там балкончик. Я в воздух лечу, смотри, ебать. Ты просто зацепился, а балкончик летит. Посмотри! Я, блядь, по воздуху еду. Да косая хуйня. Застилили, блядь. Какого хера, да у меня рейтинг такая. Тут челика произошло. А, ебать! Приколись, тут на челика башня упала, и у него хпшка кончилась. Она его раздавила. Ебать, прикол. Охуеть. Я тебе отвечаю. Обожаю, блядь, этих пидоров просто. Вот согласись, блядь, пидоры. Пидорос, блядь. Вообще пиздец. Сейчас исчезнет. Да. Он не выехал. Вот сейчас исчезнет. Там на него суштик сагрился. Там сейчас 10-60 сломает. Раз, два, три. Я же сказал, 10-60 сейчас сломается. Ты меня слышал, да? Куда ты там, блядь, наваливал? Ты понял, сколько урона у этого дерьмища? Типа маскировку заюзал и хило, блядь. Ничья. Слушай, надо его добить. Я попробую сейчас, дорогие. Там тазик приехал в дамаг. Не знаю, возможно, не попал. Там что-то не пробивает? Потому что там меня какие-то пидхептилоиды не пробивают. Пизду. Ну её хули! КВ-2. А как тебе Рено? Нахуя видео-то включилось, блядь? Вот, блядь, не работало, блядь, включилось. Ну хули! Хули! Саша, если чё, мы ластовые. А еще у меня в жопе могильщик. Что меня полностью не устраивает. Пропадает он, блядь. Пиздец мне, походу, да? А ну вот эта херня надо хявая, а вот Т-54, конечно, хуёво.
Эй, херня была не сломана. Еще стоит учитывать то, что там кнопки. Что ты там сказал? Я не услышал. Я не расслышал немножко. От взрыва как уши заложило. Хуяк там косахи, бля.